Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Выход из состояния самоизоляции может привести к росту ДТП, предупреждают специалисты. Действительно, у водителя, который несколько недель не садился за руль, навыки притупились. Поэтому восстанавливать их надо не торопясь, в светлое время суток и в сухую погоду. Заблаговременно следует проверить состояние машины, уровень технических жидкостей и так далее. Плюс ко всему надо учесть, что на дорогах появились мотоциклисты и велосипедисты. Трасса 101. Россиянам, которые потеряли работу в период пандемии, надо предоставить 50% скидку на ОСАГО. С такой инициативой выступил один из депутатов Госдумы. Соответствующий документ парламентарий направил в Российский союз автостраховщиков. Реакция последнего пока неизвестна. Добавлю, что ранее Госдума приняла закон, позволяющий в период с 1 марта по 30 сентября этого года приобрести автогражданку без предъявления действующей диагностической карты. Трасса 101. «Шкода» присоединилась к автомобильным компаниям, которые из-за коронавируса продлили гарантию на свои автомобили в России. Если гарантийный срок истекает с 1 марта по 31 мая этого года, то он будет автоматически продлен на 3 месяца, говорится в сообщении чешского автопроизводителя. Трасса 101. Kia представила обновленный Picanto. Сроки его появления в России пока неизвестны. Внешне машина изменилась, к примеру, за счет иной решетки радиатора и фар другой формы со светодиодными дневными ходовыми огнями. Внутри модернизированный мультимедийный комплекс с 8-дюймовым дисплеем, а также дополнительный экран диагональю 10 см на приборной панели. Среди опций – система контроля слепых зон, функция помощи при выезде с парковки задним ходом и так далее. Минимальная стоимость текущей версии Picanto – почти 700 тысяч рублей. Трасса 101. Почти 2 миллиона 600 тысяч – такова стоимость небольшого 22-местного автобуса «Газель NN City», который появился в продаже. В списке оснащения – пневматическая подвеска, светодиодные фары, платформа для инвалидной коляски. Машина оснащается 149-сильным дизельным мотором объемом почти 3 литра китайского производства. Трансмиссия – пятиступенчатая механика. В будущем должны появиться и другие модификации «Газель NN». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.